все блюд. Вспоминает нам порой. Там, где парус ветром дышит, там, где небо синий свод, там, где дождь стучит по крыше, точно что-нибудь произойдет. Шли спокойно года, друг за другом все как всегда. Пошло верном, жизнь героев изменилась. Как же это получилось? Может, все, что с ними было, было просто чудным сном. Получилось все, как в сказке, благородно и простой. В мире поздней старой ласки, где живут любовью и мечтой. Франция, Париж, конец 20 века, редакция газеты, а впрочем, мало ли газет в Париже. Совещанию главного редактора журналисты отчитываются о проделанной ими работе. Здравствуйте, господа. Хочу вам сообщить, что дела у нас идут нехорошо. Тираж падает. А почему, я не знаю. Может, мы что-то не то пишем, а? Вот кто у нас готовит для этого номера контент? А, отдел прогнозов. Почитайте, почитайте, пожалуйста. Предсказание на четверг счастливый день случится для стрельцов. Будет солнце, будет свет и фильм с двусмысленным концом. Девам тоже повезет, к ним страстный принц прискачет на коне. О любви обильным львам не стоит изменять жене. Водолеев ждет сюрприз, хотя сюрприз опять пойдет не впрок. Рыбам суп насыплет блох весьма шутливый козерог. Скорпионов и весы ждут дома ливень, буря и мороз. А тельцам и близнецам им не поможет и прогноз. Все прочие свету, но избегают всерьез принять такой совет. Так, я не поняла, а где свадьба козерогов? Я забыла. Я забыла? Я же вам говорила, в мае козероги женятся. Я замуж хочу. Ой, да бог с вами. Кстати, о козерогах. Криминальная хроника. Суматоха по Парижу. Похищают кошельки. Не волнуйтесь, будет хуже. Это право пустяки.
даже если ненароком без ноги оставят вас. Улыбайтесь, ведь в запасе три ребра, рука и глаз. Веселей хромайте завтра, мы откроем вам секрет. Жизнь вообще такая штука, вроде есть и сразу нет. Ой, все так серьезно, так страстно, так страшно. Ой, ну, давайте что-нибудь полегче, миленькое что-нибудь. Ну, например, в мире животных. А еще частных объявлений не было. Ладно, давайте частные объявления. Сниму квартиру срочно. 5 3 17 8 7 5 13 9. Сниму квартиру срочно. 6 6 12 9. Хранить свой, ты можешь не считать. 2 6 12 20. Ищу работу срочно. 5 3 15 20. 3 2 12 8. Ищу работу срочно. 7 6 13 8. 1 4 9 25. Хватит, послушай. Это все уже со скучной. В ушах уже шушит. Давай-ка ты лучше нам о разных необычных объявлениях расскажи. Продам собаку срочно. Растил я со щеночка. Знакомство перепиской. Желательно с пропиской. Дипломы от Сорбонны. Всего за 2 лимона. Звоните ежедневно. 4 7 12. Хватит. Спасибо, девочки. Садитесь уже. Давайте все-таки в мире животных. Вы знаете, я сегодня ничего не написал. Опять? Да как вам не стыдно, Этьен? Другим корреспондентам приходится подвергать свою жизнь опасности на полях сражений. По колено пачкать ручки в грязной тени политики. Наживать цирроз печени на светских раутах. Это неприятно очень. А вы не можете доставить себе удовольствие пару раз ходить в зоопарк? Ой, все. Или завтра будут про животных, или послезавтра. Считайте себя уволенным! Ладно. Новости культуры. Это, конечно, замечательно, Нелли. Но я вот уже 2 недели прошу вас написать о театре. Да-да, в безальтернативном театре идет замечательная пьеса про 17 век. Да видела я эту пьесу. Граф, несчастная любовь, яд, бред какой-то. В общем, писать здесь не о чем. Да как это не о чем? Ведь граф, несчастная любовь, яд, бред, как романтично. Но они же отвратительно играют. Нелли, ты ничего не понимаешь. Я бы с удовольствием посмотрел еще раз. Вот и прекрасно. Вот и сходите с коллегой. А от вас, Нелли, я жду статью об этом спектакле. Как же так? Я в Париже живу, где все сны наяву, потому что Париж — это место чудес. О, Париж, мой Париж! Я твой голос люблю, я
мечтаю, о, Париж, город мой, я сливаюсь с тобой. Мой Париж, о, Париж, сколько новых идей, интересных людей, я стремлюсь к ним, стремлюсь, как счастливой звезде. О, Париж, столько дел, надо всюду успеть, весь Париж облететь, все узнать, прочитать и увидеть самой. Утром в театр, и не просто театр, а такой, о, Париж. Ну вот до чего довела эмансипация вас, и романтика вам не мила, и смешна родовая страсть. Да-да, все это правда, свобода не красит нам. Свобода дам, это божья кара любовникам и мужьям. Ну и чего добились вы феминизмом своим? Мужчина несчастная жертва прогресса, и смысла общаться нет с ним. Ах, мне бы 17 век, там жизнь светла и мила. Ведь мужчина там был человек, а дама дамой была. Феминист скорей сквозь годы прогресс не украсил нам. Но встретишь ты вечерей природы без лишних извилин там. Все в белых длинных платьях, воздушные как перо. И знай, что красит приличную даму мужчина, лежащий у ног. Париж, конец 17 века, бал в замке принца. А впрочем, мало ли в Париже принцев. Светские разговоры изящных дам и кавалеров перемежаются танцами и песенками из модных пасторалей. Сударыня. Держу пари, вы были самым метким стрелком.
Вы мне льстите, сударыня. И все же, вы там убили? Ах, ранил. Ранили? Графа Альбертов. А, так это была дуэль? Виконт, вы шутник. Маркиз, боже мой, что с вами? Вы хромаете? Пустяки, графиня. Впрочем, умоляю вас, не отвязывайте в следующий раз веревочную лестницу, прежде чем я спущусь из окна вашего замка. Ой. Маркиз, наиграйте, пожалуйста, мы с графом до диезом будем петь новую пастораль. А вот и ты, моя пастушка, иди ко мне, моя резвушка. А вот и ты, мой пастушочек, иду к тебе я, мой дружочек. Мы снова вместе, ты и я, среди баранов и овечек. Ты рада, луковка моя? Да, мой любимый огуречек. Завтра встретимся мы снова. О, мой бычок, моя корова, мы будем вместе, ты и я, среди баранов и овечек. До завтра, звездочка моя. Хотите, я разучу ее с вами? Маркиз, наиграйте, пожалуйста. О, извините, но я сегодня не в голосе. Не в голосе? Кстати, о нарядах. Вы заметили, как сегодня удивительно безвкусно была одета герцогиня? Да, эти красные цветочки на платье совершенно не шли к цвету ее глаз. Да вы же ничего не понимаете. Эта деталь как раз самая удачная. Эвелина! У вас, кажется, зовет ваш папа. Да, но эту песенку мы с вами обязательно разучим. О, да. Ты ждешь, Эвелина, меня с клавесином. Ты думаешь сказку, я выбрал твою. Сидишь у окошка, вязание в лукошке, и тихо мурлычешь песенку свою. Сидит у окошка, вязание в лукошке, и тихо мурлычет песенку свою. Пусты разговоры, узки кругозоры, обманчивы взоры, коварны сердца. Прически, наряды, вот все, что ей надо, и, конечно, пудру для лица. Прически,
прически, наряды, вот все, что ей надо. И, конечно, будут для лица. Мне надо. Ты к дому подходишь, она на порог. Мне надо такую, какую другую, такую другую, любую другую. Да нет, не любую, а точно такую. Ах, если б я такую встретить мог. Так, что у нас тут? Эликсир хорошей памяти. Надо запомнить. Давно пора. Так, отвар для усиления слуха. Что? Отвар для усиления слуха. А-а-а. Тоже пригодится. Так, зелье от чего? Похмелье. Зелье от похмелья. Так, вода, огурцы, яйцо. Секунду, у меня же нет похмелья. О, смотри, зелье для похмелья. Наглюкное. Обедать! Да погоди. Смотри, что я нашел. Как избавиться от дамы, которая... Что которая? А, которая хочет за тебя замуж. Ну, как? Никак. Погоди. Погоди, вот состав. Вода болотная, 5 ведер. 5 ведер? Копыта мне в котел, большой полиэтиленовый пакет. Мокрое дело. Да уж. Нравится мне моя работа. Надоело все. В какой век не придешь, везде кому-нибудь нужен. Да кому ты нужен? Одному мамонта загнать, другому на дуэли победить. Третьему новое блюдо изобрести. Обедать. А был я тут недавно, вот новая задачка, был недавно, в 20 веке. Думал, отдохну. Отдохнешь там и как же? Все-таки прогресс, цивилизация. Ад. Люди в космос летают. А,
На дно океана спускаются. Сальца. Чего еще нужно? Хлеба. Ага. И зрелищ. Знаешь, птичка, вот говорят, надоело одиночество, женись. Не знаю, должны быть более гуманные средства. Да. Да. А, так вот, нашелся один. Женщину ему подавай. Тихую, спокойную, послушную. Где же я ему такую в 20 веке-то найду? Я найду! Я! Ты найдешь. Нет, он придумал. Пересели, говорит, меня в какой-нибудь другой век. Я, говорит, историю знаю. Этикет, шметикет, так и сказал. Говорит, приживусь. Как погранник. Лишь бы тихую и спокойную. Поменяй меня, говорит, с кем-нибудь местами. А кто ж с ним меняться-то захочет? Такими местами. Седая, братище. О, еще один несчастненький. Че надо? Здравствуйте, месье волшебник. Этот вежливый. Сейчас какую-нибудь гадость попросит. Тебе он никого не напоминает? Нет. Здравствуйте, господин граф. Ну-с. На что жалуемся? Бедность? Нет. Глупость? Глупость, что? Глупость, что? Глупость, 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 глупость. Любовь. Глупость. Любовь. Фу, глупость какая. Женщину надо. Ай, граф. Богатую, красивую. Со связью. Случайно. Это не главное. Связи это все. Воспитанную, образованную, благородного происхождения. Этого мало. Мало ему все. Бери, что дают, зануда. Тихую, спокойную, послушную. Домашнюю. Что вы, совсем наоборот. Решительную, самостоятельную, нежеманную. Женщину. Да. Ну, где же я вам такую найду? Хотя, граф, а повернитесь, пожалуйста, мне нужно рассмотреть ваш затылок. Ага. А сделайте вот так вот. А скажите, этикет, шметикет? Этикет, шметикет. Шептать, колдовать, как на писаку-то похож. Кошмар! А? Впрочем, граф, есть выход. За деньги! Могу поменять вас с одним молодым человеком, из 20 века. Там все женщины такие. Все? Все! Нет, не все, но, граф, вам хватит. Согласен? Согласен. Ну что ж, пусть так и будет. Тем более, что журналисты, граф, так похожи. Как жираф с черепахой. Никто и не заметит подмены. Я замечу. Сыс! Птичка. Неужели это Париж? Где подсвечники, где кареты? За всем сразу не уследишь. Много шума и много света. Непонятно, страшно, чудно. Короля нет этикета, и Бастилия лишь в кино. Короля нет этикета, и Бастилия лишь в кино. Скорым шагом идем быстрее, переходим порой на бег. Кто-то сбит, но скорее-скорее должен двигаться человек. Остановишься, нет прощения. Наше время не обмануть. Не зевай, лови мгновенье, что упущено, не вернуть. Не зевай, лови мгновенье, что упущено.
упущено не вернуть. Этьен, я уже полчаса жду тебя у этого театра. Башни, мадмуазель! Эйфелевой! Хорошо. Ну что ты на нее уставился? Она стоит здесь уже 100 лет. Простите, мадмуазель, но вы ошибаетесь. Позвольте представиться, граф Фредерик де Пуатье. Бывает. Послушай, граф, если тебе все это настолько нравится, что ты вырядился как... Кто? Неважно. А впрочем, ничего. Может, ты напишешь статью об этом спектакле? А я пойду в новый театр гиперабсурдных реинкарнаций. Мадемуазель? Ну ладно, идем. Сегодня наш господин... Ну... Из вашего жалования будет выстина, Жульен! Итак, сегодня наш господин устраивает малый прием. Нам предстоит большая работа. Пожалуйста, венецианские кресла в красную гостиную. Атласные пуфики на летнюю веранду. Нелюбимые стулья господина. В гербовый зал. Где это я? Замок какой-то. По-моему, в Париже такого музея нет. А сегодня что, санитарный день? Да. Зайдем-ка с другой стороны. Извините, месье, не подскажете, где я нахожусь? У себя в замке, ваше сиятельство. А вы кто? Ваш камердинер, ваше сиятельство. А я кто? Граф Фредерик де Пуатье, ваше сиятельство. Кто? Граф Фредерик де Пуатье, ваше сиятельство. Я граф! Ваше сиятельство. И это все мое! Ваше! Мой замок, мои слуги, а который теперь век? 17-й! Ваше сиятельство! Yes. Свершилось все, о чем мечтал я, рыцарь, знатный феодал, и рядом ангел неземной, невеста скорой встречи ждет со мной. Она, как весна красна, она, как луна бледна, она, как сосна стройна, она, прямо как совсем она, как павлин поет, она, как павлин идет, она, как павлин живет, она, в общем, для тебя сойдет. Скажите, месье, это Кутузов? Нет, это ваш прадед по материнской линии. А почему в повязке? Знаменитый корсар. И да, хорошо зарабатывал? Да, ему очень везло, и к концу жизни он сколотил довольно большое состояние. А это кто? О, это его сын. Тоже пират? Нет. Но папашу утопил.
Ему было всего 20 лет, но все полученное наследство он вложил в хозяйство. Замок построил. Да, а в подвалах оборудовал роскошные пыточные камеры на 15 персон. Все соседи завидовали, впрочем, многие недолго. А помните, в детстве вы очень любили там играть с друзьями. Много у вас в детстве друзей было? А где висит мой папаша? Его вы в соседней комнате повесили. Очень дальновидный был человек. Ведь это он разорил всех соседей. И теперь именно вы обладатель самого большого состояния в Париже. Боже мой, все мое состояние замешано на крови. Замок построен на костях. Но, в конце концов, я не могу отвечать за преступления, совершенные в прошлом. И мне так хочется побыть графом. Куда это вы, ваше сиятельство? Винные погреба. У меня же должны быть винные погреба. Разумеется, ваше сиятельство. Но сегодня у вас малый прием. Гости уже собрались. Гости, говорите, а девчонки, дамы будут? Дамы будут, ваше сиятельство. Ладно, зовите. Граф Додиес и графиня Ля-Минор. Барон де Бульон с женою и отпрысками. И, наконец, граф де Шампиньон с дочерью Эвелиной. Что? Ты помнишь, что обещал мне? Нет. Папа, мне 30 лет, я замуж хочу. Сколько? Ну, пап, иди сделай так, чтобы он на мне женился. Не показывай пальцем, Эвелина. Ты... неприлично. Папа, немедленно! Иду я, иду. Как ваше самочувствие, граф? А? Как ваше самочувствие, граф? Отлично, граф. А ваше? Да знаете ли, ломит по вечерам здесь, иногда здесь и там. Прекрасно вас понимаю. А как вам мой замок? Хорош, не правда ли? О да, роскошная архитектура. Да, при чем здесь архитектура? Вы только посмотрите, кругом же золото, бриллианты, шелка, жемчуга. Ах это... это все тлен, пыль. Я, граф де Шампиньон, знаю, что нужно вам для полного счастья. А
граф прекрасен, замок ваш, и первый, и второй этаж, но все же здесь изъяны есть. Не понял вас. Клянусь я вам, без женских рук здесь все развалится, мой друг. Скорей нужна сюда жена. Я понял вас. Верьте, без жены нам счастья нет. Да-да-да-да. В хозяйстве очень важен сей предмет. Да? Да. Так-так, папаша прав, пожалуй, тут. С невестой верить приданное дадут. Я пошел, граф, спасибо вам. Я найду жену среди местных дам. Зачем искать, скажите? Вот, держите. Ну чем же не жена, Эвелина? Улыбнись, он почти созрел. Я ему всего о тебе напел. А не дурна девица, что ж, влюбиться. Она в меня должна. Мадемуазель, позвольте сделать вам комплимент. Ну, сделайте. Мадемуазель, вас что-то беспокоит? Ах, как вы догадались? О, я неплохо знаю женщин. Доверьтесь мне. Эй, месье, как вас там? Объявите-ка танцы. Танцы, господа! Ах, милый граф, все парами вокруг. Виконт с подругой у графини Кук. И даже мой стареющий отец на склоне лет решил по мере сил сбегать под венец. Скажите, я страдать должна. Все вокруг попали, я всегда одна. Я одна сгораю, таю, как свеча. Мне так не хватает сильного плеча. И тут года. Я одна, за что и почему? Ведь я кому-то так нужна. Ах, если б знать кому. Вам, наверное, тоже хочется тепла. Вы бы намекнули, я бы помогла. Она покажет бездну нашего таланта. На сцену взгляды все устремлены. И вот мы начинаем двигать жизнь вперед. По жизни идти постепенно. Какой же чудовищный фарс. Стремительным вихрем промчаться по сцене.
менялись по воле пьесы. Менялись наши вкусы, нравы, интересы. Любовь через века проносим мы легко. Кто вам сказал, что три столетия далеко? Мы все в искусстве, бурлят наши чувства. Мы выражаем их то яростно, то грустно. Цветы с балкона вниз, и в зале крики, пис. А цель это пение актеров и актрис. По жизни идти постепенно. Какой же чудовищный фарс. Вот и вы. Привет. Господа актеры, это журналисты. Они напишут статью о нашем спектакле. Месье, вы сидите в присутствии дамы. Ах, извините. Устраивайтесь поудобнее. Мы покажем вам апофеоз нашего спектакля. Представьте себе. Конец 17 века. Тихий летний вечерок. Ласковый ветерок шуршит в листве, цветочки шепчутся между собой, журчат фонтаны, и статуи как будто живые, а наши герои прощаются навсегда. Сударыня, утрите ваши глазки, этот вечер удивительный такой. Не пойму я, сударь мой, отчего вы здесь со мной, а не ласково любуетесь игрой. Как печально и досадно, вы не поняли меня. Ладно, шаль накиньте, краня. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, о природе я и думать не могу. Я же вижу, сударь мой, вы любуетесь не мной, а растением каким-то на лугу. Чего же, дорогая, вы так холодны со мной? Право слово, я не знаю. Что же делать? Ой-ой-ой. Ах, сударыня, начнемте все сначала. Наши чувства пронесем мы сквозь года. Вот что, сударь, я скажу. Я вам в этом откажу. И пошли бы вы отсюда навсегда. Но взгляните, с неба светит нам счастливая звезда. Нет, она вам не ответит никогда. Не скажет да. Она ушла? Да! Ушла от меня навсегда. Навсегда ушла она. Как же так все случилось вдруг? Были мы не разлей вода, а теперь все ушло куда? Вокруг меня все те же люди, но милой нет и не будет.
или соловьи цвели сады. Мы вместе были тогда, пел ей мечты и дарил цветы. Она брала их. Нежно улыбнись и ко мне вернись, я не обижу тебя. Чем сердцем сражаться, лучше уж жизнью расстаться. Жизнь моя, ты покинь меня. Имя мне одиночество унеси в непроглядный мрак. Ты соверши такое чудо, ее, быть может, забуду. Жалкий лицедей! Так да как вы посмели? Граф, человек благородного происхождения, убивает себя сам? Ну что вы, он же ее любил. Она его... Нет, это прекрасно! А она разве может, женщина, так избавиться от мужчины? Ну, может, конечно. Но так нелепо! Какой вы? Я все про женщин знаю. Я книжку читал. Вы читали, а я жил в 17 веке. Мадемуазель, покинем это балаган. Надо же, временами ты можешь вести себя как мужчина. Мадемуазель? Не обижайся. Просто сегодня ты не такой, как всегда. И кажется, мне это нравится. Пойдем поболтаем где-нибудь. Хочешь кофе? Кофе? Что такое кофе? Ну, хватит. Ты про шампанское ничего не мадемуазель, про шампанское, я знаю все. У меня в шампане второй поместье. Ну, конечно, у тебя и счастлив! И
погода сегодня такая чудесная. А вчера на охоте мы видели с вами такого жирного зайца. Да, а маркиз обязательно согласится разучить с нами новую пастораль. А сегодня ночью я напишу ваше имя на стене своего замка красной краской. Ох, как я счастлива с вами. Месье, вы оскорбили даму. Мало того, вы ее скомпрометировали. Завтра в 7 утра в Булонском лесу. Позвольте. Мадемуазель, неужели я оскорбил вас? Да, вы же подняли мой платок. Я же не мог не поднять его. Конечно, ведь это тоже было бы ужасным оскорблением. Но, мадемуазель... Я желаю вам удачи, Фредерик. Платок, граф, дуэль, бред какой-то. Нет, только без меня. Как мог я позабыть свой дом, милый 20-й век? Надо бы пойти посмотреть, как там все без меня. Куда это собрался граф? Ведь на дуэль пора. Не томи людей, помолись и делись поскорей. Необычный человек. И вы тоже, мадемуазель. Я пришел к тебе через века, и была дорога нелегка. Ну, теперь мы вместе и поем бы песню мы. Нашли друг друга безгранично наше счастье нас. С тобой сама судьба свела. На двоих дала нам два крыла. И теперь мы птицы, нам с тобою даже снится, как вдвоем летаем мы. Thank you.
в Париже жить. Даже на балу в Версале могут запросто побить. А в солнечной Бастилии, Бастилии моей, такое изобилие изысканных людей. По всем парижским улицам всегда по четвергам идут в тюрьму дворяне под рыдания милых дам. Ведут их всех в Бастилию, Бастилию, Бастилию. Из бугра всех в Бастилию ведут по четвергам. А в субботу всех обратно по указу короля. Всех отпетых дуэлянтов отпускают по домам. Век. Забери меня отсюда. А что? Женщину не нашел? Нашел. А как же ты ее бросишь? Все равно без нее, так уж лучше дома, чем в тюрьме. А как же граф? Тебя домой, а его в Бастилию? А это его век, пусть сам и разбирается. И вообще, надоели мне твои фокусы. Забери меня отсюда, а? Ну хорошо. Пусть так и будет. Но чтобы я, да чтобы вы, да чтобы вас, да чтоб вас всех.
Перед вами выступала опера «Матфака». В составе Полина Пашвыкина. Валерия Зюбан. Анна Панкина. Анастасия Куценко. Соня Будова. Вячеслав Пахомов. Андрюша Пак. Даша Колосова. Анастасия Симашкова. Олег Гущин. Святослав Крешин. Елизавета Пудова. Полина Царева. Артем Ширяев. Дарья Голосова. Минита. Минита. Ой, простите, пожалуйста, роковая ошибка. Дашенька Карелина. Алена Максимова. Николай Матюхин в роли волшебника. Аккомпаниаторы. Андрей Филатов, фортепиано. Николай Матюхин, скрипка. Авторы сценария. Елена Шумара, Светлана Ермош, Виктор Леонидович Кобельский. Хореографы. Наталья Кухарь, Андрей Вестонов, Юлия Вишнякова, Мария Радеева. Педагоги по танцу. Алена Максимова, Егор Максимов. Художники-декораторы. Александр Ходан, Екатерина Кузьмичева. Художник по костюмам. Алена Максимова. Педагог по вокалу. Святослав Трешин. Художественный руководитель. Елена Шумара. Директор театра. Татьяна Георгиевна Ходан. Благодарим звукооператора Дмитрия Лукаша, а также Федора Гнутова, Эллу Елькину, Митю Митькина, Мишу Михайлова и Андрея Богданова за помощь, оказанную в подготовке спектакля. Сказка? Это победе немало. Все
Thank you.